сидим, ждем. Уже даже пошел 63-й день у нас примерно. У нас сейчас уже 3 часа ночи. Яна пойдет спать, а я буду периодически заходить, контролировать, как дела у Васи. Ну, пока Яна говорит, что никаких признаков нет, будем ждать появления признаков. Яна, скорее всего, раньше всех увидит какие-то признаки. Яна вообще, конечно, такая, да, энергичная собака. Угу. То есть она вообще практически никак на нее беременность не сказалась. Хотя она даже, наверное, не понимает. У нее единственные ножки раздвигаются, когда она по кайферу идет, она не понимает, она что она такая тяжелая. Но в целом поведение вообще не изменилось. Она такая же шустрая, резвая, короче, шебушная. Что такое? Ты что-то делаешь? Жопу дырь начесал. Видишь, на него на Васе почесал. Еще чешется, понятно. Видали, да? Я на ей чесала спинку до этого. Перестала чесать, и она сразу занервничала. Чеши еще. Ну, в общем, такие релаксойные процедуры у нас тут. Скажи, ты была великолепна. Чеши еще. Ты будешь моим любимым человеком, если ты будешь мне чесать. Кайф, скажи, да? Можно я буду жить с человеком? Он не будет чесать спинку. Все, Вася идет в клетку, Яна идет спать, а я буду периодически контролировать. Если что-то произойдет интересное, то я вам расскажу. Вася, у тебя место. Иди. Вася, давай, иди. Можно я там останусь, давай? Нет, она там все надо. Место. Давай. Место. Ну все, Вася, спокойной ночи. Ну вот у нас за окном утро очередного дня. Вася спала. Никаких новых признаков. Все хорошо, хвостом виляет, сейчас пойдет гулять. На место пошла? Вася, это не место. Это не твое место. На клетку. Вася, твое место в клетке ты забыл? Да не забыл. Молодец. Ну что, Ян, думаешь, какие мысли? Когда она будет рожать? Ждем. Не сегодня? Ждем, не знаю. Не сегодня? Что, это может прям резко начаться? Вряд ли. Ну, к вечеру точно не родим. Сегодня наш доктор, который нам кесарево делает, у него сегодня смена до 8 утра завтрашнего дня. Она уже вышла на смену, нам бы очень хотелось к ней попасть. Когда мы в прошлый раз просили об этом Вита, Вита так и сделала, что к утру родила. Ой, так что Вася поняла намек. Мы готовы. Давай, сегодня к утру соображай. Здесь? Посмотрим. Дома мы точно дома. Мы приняли решение, что для безопасности мы поедем с ней в клинику. Будем пытаться в клинике родить, естественно. Потому что девочка покер. И Яна с предыдущим в Любере мы рожали дома с уверенностью. Она большой стандарт. Там полегче должно все было быть. И то там были, как вы помните, осложнения некоторые. Но все закончилось хорошо, но все же. То с Васей, конечно, тем более видно, что много щенков. Тут не очень высокая вероятность, что все пройдет гладко.
Поэтому мы для подстраховки поедем в клинику. Если потребуется, будем делать кесарево, но будем стараться родить до последнего сами. Понятно, Вася? Ты постараешься? Ну вот у нас закончился очередной 63-й день, если считать с начала первой вязки. Пока никаких новых признаков нет. Вася сидит все такая же ленивая, сонная, постоянно спит. Ничего нового в поведении ее не заметно. Так что, наверное, и сегодняшней ночью ничего нового мы не получим. Продолжаем наблюдать. Пузо все растет. Вася все думает. Сегодня у нас 64-й день. Я сегодня с утра сейчас встал. Сейчас у нас время вот такое. 7 утра. И вот я встал, я выгулял, вернул назад. Она в клетку не хочет. Побежала сюда, в гнездо. И давай копать. Короче говоря, зарезал гнездо и давай тут копать. Мне надо идти к Яну, потому что, наверное, это и есть то самое нестандартное поведение. Смотрите, как она себя ведет. Пошел будить Яну. Ну, вроде успокоилась, может, не стоит будить. Не знаю. Сходил, разбудил Яну, Яна сказала, что дайте ей попробовать попить, посмотреть, что будет дальше. Давайте дадим ей попить. Блин, лучше, что ты просто пить хочешь. Ну, похоже, ложная тревога. Просто, видимо, походила, водички попила, все хорошо. Сидит спокойно, дышать стало нормально и больше не копает. Ну, хотя фиг ее знает. Сейчас смотрю за ней, она, короче, стены лижет у гнезда. Все равно что-то, наверное, мне кажется, что сегодня она будет рожать. Немножко по-другому она сегодня ведет, более беспокойно. Похоже, скоро мы увидим щеночка. За окном утро. Вася спит. Просто лежит. И мы ждем, следим за ней. Ну что, у нас середина дня 64-го дня, как с первой вязки. Яна говорит, что пора ехать, потому что уже начинаются схватки. В принципе, девочка уже ведет себя. Яна, что скажешь, как она себя ведет? Как будто она собирается рожать.
Так что выезжаем. Наконец-то скоро мы все узнаем. Ну все, ребята, сейчас Яна уезжает. Едет в ветеринарную клинику в Симферополь. Значит, я сегодня поехать не могу, поэтому все подробности снимать не получится на видео. Яна едет в клинику, чтобы ждать родов. Кесарить она не хочет, а хочет, чтобы собака родила сама. Правильно, Яна? Угу. Вот. Поскольку время это может занять целый день, а собака стоит там не с кем, я остаюсь с собаками, буду их кормить, гулять. А Яна будет ждать родов в клинике. Поехали, бери ее, пошли. Ну все, поднимай. Ну правильно, быстрее родит. Давай. На место. Все, на место. Клетку. Место. Ну все, Вася у нас в клеточке, едет рожать. Давай, Вася, жалко, что я с тобой нет. Все, так что ждем от вас новостей. Я жду от вас фотографий. А когда щеночки родятся, и там все подробно мне рассказывай, пиши в WhatsApp, а подписчики будут ждать от тебя видео. Как вы тут проводите время? Давай, Вася, не задерживай маму, рожай сегодня. Все, хорошей вам дороги.